Всем привет! Привет, привет! Мы едем в Мелопотамос. Второй день нашего отпуска. Или третий практически. Ну, да. Ну, полноценный второй. Оставайтесь с нами. У нас лето. Ну что, куда мы приехали? Мелопотамос? Да. Очень красиво. Но страшновато сидеть. Оканчивается. У нас сезон поздно начинается в 8. Ну, ресторан уже работает, это хорошо. Покушаем потом тут. Потом тут уже кофейня, я смотрю, люди работают. Откроются скоро. Игнушка. Приехали красавица. Мы на Мелопотамос. Такая погодка, да? Не жарко, не холодно. Солнышко, переменная облачность. Будем отдыхать. Чем ниже, тем краше. Сколько тут было, столько снимала. Настоящий грек. Ну как тебе? Мне хорошо. Пойдем зайдем на второй пляж. Это пляжик. Не, ну вода похожа. Видишь, тут пещеры есть. Они мы. Вода прохладная. Ну, когда стоишь, дай руки становится. Да. Ой-ой. Сестры. Мариша, у нас адаптация немножко вчера как-то ее знобила. Вода, кстати, заходишь холодно, потом отлично. Минут 15 спокойно можно, а мужчинам, наверное, больше. Отлично. Уже солнышко, небо голубое. Завтрашнего дня уже сезон открывается, будет сезон в зонтике. Ну, здесь платно, в прошлом году один штук, 2 евро и 2 евро.
Ариша. Солнышко выспало, жарко. Мы сейчас пойдем обедать. Тут ресторан уже открылся. Вообще небо идеально голубое, даже ничего не предвещало, что разлиется. Да, да. Чем выше, тем красивее. Идем в таверну. Покушать. Ну как, Мариша, твои впечатления? Рассказывай. Сейчас посмотришь, какой вид с ресторана. Не посмотрела. Здесь церковь. Салатик. Хлебушек. Голодные уже трескают. Ждем. Основные блюда. Меню не ограничено. Ну, мы бештеки заказали на гриле. Горная водица. Вкусно. Вкусно? Mm-hmm. Десерт. Это халва греческая. Подарок. Приехали в Цагарадо. Да, немцев тут очень много в этот период отдыхает. Посмотреть на самый большой платан в Европе и самый старый. Все такое, да? Ух, такое. Какие сосны. Еле-еле. Все замерли, все ждут, когда блогер пройдет. Да-да-да. Конечно. Вот он, красавец. Возле церкви. Церковь, по-моему, открыта. Есть, конечно, платан вот там. Не, платаны возле каждой церкви, но мы приехали специально к этому платану. Цагарадо. Это какой-то мамонт целый. Гигант. Ствол как комната. Может, тут точно, да, прохладно? Вот это да. Не жарко. С гор очень много воды в этом году, много дождей. Было и достаточно. Детская площадка. И мы тут даже поддержку поставили. Столбик такой. Просто очень-очень древний. Тут гостиницы. Гостиницы. Ну, понятно, что живут очень местные какие. Гостиницы. Посмотри, как все заплетено, да? Тут прохладно. Тут холодно, не прохладно. Внизу там детская площадка. Какие цветочки разные. А, видишь, сейчас закрыто. Так мы туда заходили раньше. Пока еще, видимо, не очень много тут людей. Или их вообще, может, нет.
в гостинице хорошо. Летом, да. Летом. Когда жара. Здесь спать. Да. А днем к морю, да? Да. Тут домики просто. Мне кажется, это тоже какие-то руны.